за бред? Народ, если меня видно, напишите что-нибудь. Все, Джон, понял. Все окей, хорошо. Так. Что мне пишут, потом почему нельзя? Что за бред? Так, народ, напишите что-нибудь, потому что я не вижу чат, я не могу его читать. У меня почему-то с телефона не грузит. Что за бред? Ой. Кто тут? Отпишитесь, народ. Все, я понял. Так, народ, всем привет, всех рад видеть, всех рад приветствовать на данном канале. Все знают, что это за канал. Так, канат, канат, привет, Олег, привет, Денис, привет, здорово. А отдельному человеку привет. Так, а сколько у нас вообще народу? У нас 4 человека. Окей, ладно, в общем. Так, все вроде нормально, да? Сейчас сделаем другое. Так, то есть ошибка видеопотока поступает слишком медленно. Просто надо уже избавить. Так, это закрываем, получается. Заставочку еще раз просматриваем и запускаем. Thank you.
Да, Марат. Так, все. Окей. Короче, народ, всем привет еще раз. Рад всех приветствовать. Сейчас у меня как все стороны вернутся. Сейчас, Джон, подожди. Так, сейчас у меня как все вернутся. Окей, Джон, я тебя понял. Все, это, я, короче, в этом, в чат. Что делаем? Как обычно, по стандарту. 2, 2, ставка 18, 50 спинов. Помчали. Так, народ, рассказывайте, у кого какие дела, что вообще происходит. Кто как сидит на карантине. Один нехороший человек поставил дизлайк. Я даже знаю, кто это. Хотите, я вам скажу, как его зовут? Ну, будем надеяться, сегодня будет такой же стрим, как и предыдущие два. Шайтан, два ставит, третий не дает. Надеюсь, сегодня стрим будет такой же продолжительный, как и предыдущие два. Очень надеюсь. Давай, бам. Нейполь. Дин, не пиши всякую хуйню, иначе я тебя забаню. Всем привет, кто присоединился. Да потому что как обычно, блин, посрались. И она мне здесь уже мозг начинает ебать. Я тут, Денис, это у себя дома нахожусь, а она у себя. Блин, получается здесь, ну, здесь 30 приспина, а там было, там оставалось. Короче, не осталось. Ну давай.
Ден лайкос прожал. Палец нажал. Всем год, всем год. Да, три скатали, и все будет хорошо. Третий бонуску мы сейчас выберем. Баланс будет уникальный, и все будет хорошо. И можно будет заканчивать стрим. Даже что, какой заканчивать? Я не закончу, даже если будет 300 тысяч. Да, как обычно. Знаете, какой я слот? До этого, пока стрим не было, я решил зайти в один слот. Называется Voodoo Golf. Это от ELK провайдер. И мы его сейчас будем дожимать. Че ты с собак знаешь? Ну давай. Могу 5 звезд, это вообще хер. Ладно, 4 уходим. Ох ты, гнидка, гнидка ты. Уходим, уходим из этого слота и пойдем в ELK пойдем. Но мы пойдем не в воду голд, а в Тонити. Блин, нас 4 человека всего лишь, что ли? А что за фигня, ребят, что за фигня такая? А что такое? 4 человека у нас, блин, мало. Так. Надо вот так или вот так. Оп, стоямбус, все хорошо. ELK провайдер. Так, начали. Пожалуйста, блядь, бомбина. Огня, пикни. Давай, не мрази там. Сейчас как 800 сделаем. Все будет вообще отлично. Так. Сначала мы с собой. Давай, продолжай. Давай. Ну, сделай. Что за фигня происходит? Что начинается-то, а? Вот надо вот эти, которые залипают, надо залипать. Как тут можно поставить, а? Ещё я... Ой, Эльминок, привет, рад видеть. Тут нас слот что-то моросит.
Оп-оп-оп-оп-оп, пошло, понеслась, по центре. Блин, это, конечно, что-то вам проще. Что-то фигня, а? Ну давай, ну вот здесь как мы можем поставить, а? Ну как в нашу натуре. Давай, синенькую. Акула, акула. Акула. Так, да, бля, вообще клево, клево. Зелененькую, зелененькую, фиолетовую. Так, зелененькую, давай. Так, нормально, пошло, пошло. Давай, делай, делай вещи, пожалуйста. Делай вещи, нормально. Нормально делай вещи, чтобы народ подключал. Для... А, еще будет один. Зелененькую. Ну, блядь, ну... Нам надо здесь прям реально просто сделать. Красный. Такие звуки. Слотик, что-то мороси едет, мороси едет. Базара нет, базара нет, лёг, мальчанул. Прям хотя бы X. Ну, X 200 хотя бы, вот это будет приятно. Найк, синий. Блядь, ну дай бонус, пожалуйста, зелёный. 4, 4, 5, 5, Илюха, 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 давай, давай, Илюха, Илюха. Так, 20 спинов, у нас 20 спинов. Данный слот может такую вообще прям бенчик сделать. Пацаны, давайте, болейте за меня, увидите, прям по-братски я вас прошу. Так, вас на... Хера. Красно пошла, давай. Давай, 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 пожалуйста. Так. Идем херово. 5 минут. Вот так вот, давай, нормально. Ну подожди, Джан, стрим. На жопу здесь. Да-да-да, здесь спин-офф почти. Так, так, два ведра. Интересно, что это? Так, как... черепаху. Ящерицу, черепаху, что угодно, блин. Ой, это ты где? Нормально, так, блин, а что-то плавал. Это всего лишь так. Ну давай. Красный. Красный сделай. Белый красный будет отвечать. Давай. Блин. Так, привил, да, есть. Опа, центры, по центры. Нужен мужик на первый барабан, будет все нормально. Да, да, вот костюм. Будет, будет, все будет, все будет. Ну давай, родной. Давай. 6 пинов. 6 пинов. 6 пинов. Пожалуйста. Давай, мужик.
мужика. Мужика сделай. Ну сделай, пожалуйста. Папа, ага, есть, есть, есть. Две линии, пожалуйста. Давай, сделаем нормально. Зелененькую, пожалуйста. Ой, бля, ну это сейчас должно фейкать. По сути, это сейчас все должно играть. Вообще все должно играть. Сделай, пожалуйста. Давай, два спина, пожалуйста. Мужика, мужика на второй, мужика. Один спутник. А мужика дашь? Мужика, да? Мужика, мужика первый. Мужика первый. Первого мужика. Пожалуйста, мужика, мужика, мужика. Ебать, мужика, пожалуйста, дай мужика. Дай мужика. Да блять, иди ты в жопу. Представляете, если сейчас мужик. Ой, блин, ну это мало для 20 спунов, это очень мало. Блин, жалко. Жалко, жалко. Десятка есть, можно говорить. А может второй, да? Ах, нитка. Нет, прикольно. Блин, 20 спинов он дал. Ну, ответ был мужика дал на первый барабан, вот это был вообще полный билет. Это 1005 был. Ой, нормально, нормально. Давай туда дай, черпаху. А вот это бирюзовый или как она? Не знаю. По сути, они сейчас должны сыграть. Писать сейчас подпись. Это очень. Давай мужиков на эти барабаны. Так, залипающийся бил нормально, но только цели. Надо сыграть. Погнали. Так. До 9 его хватит. Жалко, как он сказал. Ну давай, бонус. Бонус нужен, нужен бонус. Так, мужики играют. Ничего. Так. Так, все, они перейдут. Оля, дальше нужно играть. Так, тоже вот эти играют. Ну, мордочку, вот эту мордочку. Вот синяя, синяя морда. Ну ты шо. Ну, слушай, что-то на все. Не, конечно, спасибо вам огромное. Так, ничего не понимаю. Блин, так поставить 30 вообще, по-моему, реально, но почему? Фу-ф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 у
Так, акула. Акула нужна. Нужна акула. Зеленая черепаха. Тьфу, блядь, зеленая вещь. Черепаха. Ну, все. Черепахи с вещицем. Нормально. Давай, синенькую. Синенькую, да? Да. Так. Блин, столько билдов было, и так обосраться, это, конечно, надо уметь. Ну, чё суть, да, чё за фигня, со слотом вообще как-то. Еще как бы большой бам поставить такой. Ну до этих мы не дойдем, это явно. Все, спасибо. Давай бог. Давай, синенькая. Спасибо. Синенькая не дал. Давай как-нибудь здорово. Понятно. Блять, ну. Ладно, выходим из него. Так, пойдем по ЕЛК, еще сходим. Сходим. ЕЛК мы сходим. Сходим на алкастрим. Джан будет алкастрим. Ставку 30 сделал. Давайте-ка вот сюда зайдем. А вдруг нам мега сейчас даст? Если нам дают мегу, блин, ну я 10% бы разыграл с точкой. Это даже если от 8 миллионов. Да какой там? Нет, не 8. Короче, если будет мега, делаем что? 10% от этой суммы разыгрываем на всех присутствующих здесь. Прям по ровной доле. Вот, я уезжаю на в Крым. И покупаю себе там особняк, дачу, гараж, еще одну дачу, еще один гараж, и все, и остаюсь там. Открываю плантацию и начинаю заниматься это, бизнесом. Ну, это в идеале. Короче, косарь здесь, по двадцатке. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, что-нибудь стрельнет. Ну, хотя навряд ли. Диванка это... Это вообще жесть. Репти, буквально. Сейчас я отучусь на несколько минут, пока мы послушаем. Я вам запущу. Блин, три зрителя вообще прям четко. А, это, наверное, опять из-за этого, да. Блин.
Народ, если есть, то это скажите. Монотон, походу, опять мрачит ночь. Интересно, из-за чего, из-за музыки? Ты пошел в жопу, Монотон. Так, давайте фангол немножко прокатимся. Короче, посмотрим, знаете, посмотрим вот этот слот. Вот этот слот посмотрим. А коль чего-нибудь даст, ну, может, как бы в жопу подали, нормально было. Ну, не в жопу сначала. Вообще ничего не было. Мрак, как ты думаешь, из-за чего так долго загружается? Из-за этого, что ли? Да ну нафиг. А что, так можно было? Да, походу из-за этого. Из-за того, что два браузера открыты. Один не справляется, и нагрузка идет на трансляцию, из-за этого и происходит так. Я играл в этот слот, в демо-версию. В принципе, ну, прикольный такой, он красочный, угарный. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь выйдет из этого. Надо поймать два скатера в отдельных ячейках. Если выпадает, то все нормально. Если не выпадает, ждем, когда попадет. Окей, ставка 128. Ну, мы не дураки, конечно. По 32, 50 спинчиков и помчали. Вы ловите. А я курить. Так, Ребзи, вообще, совершенно забыл, сегодня играл казино генерал. Слот Rage of Robin. И помчали. Сейчас половим два скатера, все будет четко. Ай, ты ж Три лун. Поймаем, значит, все хорошо. О, можно это не сорвать. Как вы думаете, мы сорвем? Так, начинается...
Последний день. Посмотрим. Давай, давай. Так, один остался. Так, нормально. Патроны есть, так, давай. 32, 64, 64. Нормально, давай, продолжай. Так, а если бы нормально. Давай, продолжай, продолжай. Все хорошо. Давай, бам! Бам! Бам-бам! Бам! Ничего, не платит. Давай, бам! Бам! Как ты спутал? Так, 320 лет, тоже деньги. Идем дальше. Давай, три лунки. Слушай, а мы все по лункам так делать, как и я. Все. Попал. Вот нужны две лунки. Украшения. И если попадаем, можно один. Так, что-то есть занял. Перекличка, кто здесь? Проблема со связью, подождите, пожалуйста, подождем. Давай, две лунки. Бонус. Мы здесь бонус должны поймать, потому что без бонуса мы не должны. Но опять проблема с этим. Что такое? Ну. Две мишени ловим, а хороший бонус. Интересно, а из чего складывается вот этот такого? Мега, что ли? Спин. Та-та-та-та-тон! Как он хорошо сказал. Часа 4, 8. Пойдет, пойдет. Давай. Лунка. Так, ну лунку мы на них есть 100% должны словить. О, линия, 64, пойдет. Мало. Мало не пойдет. Так. Что? А что, один олег? Или на 20 человек? Так, у нас бабки, бабки у нас бабки. Давай, блин. Вот прикольно. Раз. Два бонуса. А, я понимаю, тематика похожа на джану факту.
А, ну вот он 4 мешка для того, чтобы он дал это там высокое. Ну, они мне две лодки. Две лодки и хорошо, и здесь. Как вы считаете? Ну вот. Ну вот, ну вообще все на отцов, да? Говнючка, а? Давай мешков какая-то. Включим 10. Поставим 2, 4, 6, 8, 10. Давайте 10 пинов. Да, лайк поставим. Дизлайк куда, да, народ. Блин. Нам в этой высоте нужно 50 подняться и можно ходить. Опять проблема с этим. Что такое? Прям как будто говорит, не играем. Ну, давай, две лунки и мы уходим. Давай. 64 пасека. Пойдем, пойдем. Лунки. Из чего строится это? Мега. Давай, лунки. Лунки, давай, сова. Какой ты мягкий. Давай. Мешки хотят, да? Но нужно всего прижать было, чтобы... Блин, почему мешки не дал? Что сделал? Вообще плохо. Да. Начать как-то нам надо вставаться. Потом. Так, да. Но нужны две лодки. Все? А, ну что ты можешь? Ну, тебя и чистить. Интересно, ты сам что-то, да? Ну давай уже, а, нахуй, ну что ты какой-то. Так, спасибо, извините.
Сам вопрос такой, ну, болезнь. Это из чего строится мега? Так он, конечно, красиво ставит, заманивает. Ну, давай, давай, чтобы лучше остался. Ну чего ты четвертую мешочку не можешь? Нет. Ребят, кому не сложно, лайк вас поставьте. Пальчик в одну, будет вообще. Ну что-то он вообще сдохнет сейчас. Если он вначале как-то представил, а сейчас он вообще понял. Вот мог бы и выстрелить ты. Так, короче, все. Пошел там в жопу. Так, давайте, знаете, куда? Билд Фламе сходим. Давно на него хотел. Ребятки, ребятки. Ребзи, ребзи, ребзи. Сейчас посмотрим, что нам даст Билд Фламес. Пару тысяч на него сыграем. Может, нормально все будет. Но почему-то он так долго грузится. Хотя я всего убрал. Все убрал. Один чат остался. Может, интернет моросит? Хотя не должен. Подождите, ребятки. Сейчас, секундочку. Нет, интернет нормально, кстати. Интернет работает. Ребят, лайки, лайки ставим, не забываем. Очень не люблю, когда слоты вот так загружаются. Прям как будто это, говорит прям, не заходи мне. Ну, заходи мне, пожалуйста. Хотя, может, это все фигня. Не, нормально загружается все. Я тут у одного стримера видел, как он занес в этом. И что-то ставка, знаете, такая 20-30 рублей, что ли, было. X 1000, по-моему, дало. Там вообще прям много билдов. Был практически во весь монитор. Можно было мужиков еще сходить, кстати. Rise of Olympus. У меня очень редко так это слоты загружается сейчас. Та-ра-ран, та-ра-ран, та-ра-ран. Ребят, прям буквально полторы минутки, я к вам присоединюсь. Потерпите, пожалуйста.
Так, я с вами. Сейчас будем разносить этот слот. С вас нужна аура и... Вай. Минус уши называется. Так, а по 160, 400. А давайте по 400 или по 1600. Давайте как бахнем разочек и все. Что мы тут будем? По 32. Все, получается. 50 пинов. Погнали. Так. Да, сейчас все будет. Wildcard. Давай. Бам-бам-бам. Так. Что у нас в итоге? Что, 20 есть? 29. Давай еще. Transformer. Так, билды. Ой. А че тут молодец? Так. Эти добивают. Плюс-минус. Так, еще плюс. Мошка, давай, дади. Блин. Блин, а как хорошо начинал, да? Так, ладно, делает, бомбо. Ну, бриллиантики, я так понимаю, это самый топовый символ. Wildcard. А ну, Wildcard. Вот сюда давай ставь. Да, приятно. Да. И ничего не играет. Хотя вот эти должны играть почему-то. Ну что, 20 добьет? Так, нормально. Давай еще. Transform. Вот сюда ставь. Ну давай что-нибудь хорошее, да? Пожалуйста. Так, нам нужно, получается, всего лишь... Сколько нам надо? Два. Что за хуйня? 21? Ну чего, добьешь? Так, есть. Давай еще немножко. Немножко, пожалуйста. Но! Это что значит? Ну красавчик, блять. Ну пиздец, да, так обломать, это вообще жестко сейчас. Почему так слоты-то это долго грузит? Что за бред? Wildcard. Так, давай Wildcard.
Нужно, чтобы мы подали билды, помимо вот этого wildcard. Вот, примерно вот так, вот в ряд вот поставить бы. Зачем? Столько билдов, ничего не играет. Да, как в таком можно. Wildcard. Давай wildcard какой-нибудь хороший, чтобы прямо вот, ну, запомнился на всю жизнь. Иначе я сейчас в реактор пойду, если не могу быть сделать. Ты, wildcard. Wildcard, блядь. Давай. Вот сейчас, почему wildcard не любить? Вообще было молчать. Волка. Так, мы это не отдал только. Вот сейчас можно было бы wildcard сделать, потому что было все хорошо. 350 и мы его понимаете. Если нам не дашь, то он для 8-5. Интересно, кто знает, это дисковый слот? Странно, что-то на этом волкане нет. Давай, wildcard, и ну, задрал. Но если бы он семёрк, вот, давай, сделаешь нормально. Давай, это нормально, это очень хорошо. То есть у нас два получается, да? Добей, пожалуйста, а? Ну сделай хорошо. По-братски тебе. То есть он сейчас уберет и уберет ненужный, да, получается? Блять, ну что это за хуйня? И чё? Это чё получается? Я не понимаю. Чё вообще получается? Wild frames. И чё? Wild. Это пиздец? Все что ли? Трешка? Big win. Да. Ровно десерт, ребят. Thank you.
сказать честно, ход мне не понравился. X100 всего лишь. Как-то побаловали. Ответ. Блин, я подумал, он поболее даст, если честно. Но это как-то маловато. Если быть точнее. Ладно, мы сейчас доехали сюда, потому что... Вроде как заиграл, потом дал. Где-то 500 уходим. Самый топовый — это семерка получается. Вот здесь же волка взял бы, вообще волка. Не, конечно, интересный флот, да, но он, ну, короче... Ну ладно, давай тогда ловка и ловка. Посмотрим, может быть что-нибудь еще снимать. Не знаю, точно. Хотел бы. Ну прикольно, да, он, конечно, на последнем спине дал олдкар и при этом из этого он смог что-то вынуть. Вот почему вот здесь он не мог поставить олдкар. Давай олдкар. Ну, вот так. Блин, одного не хотел поставить. Одного. А ничего не играет, да? Интересно, долго он может не дать волкара? Мы не будем дождаться, это мы пойдем в другое. Давайте в Легаси пойдем. Также по 32 ставочки, я думаю, нормально. Десятка будет, ребят, значит, закончим стрим, потому что... В минус нежелательно, конечно, уходить. Так. Странно, почему у меня трансляция не идет на телефоне? За это мне как бы сложно читать. Что здесь Тарас Гена, Турбо и дешевыми телками. Ну нормально, два бонуса за стрим, хотя бы что-то уже есть. Legacy, вот это тоже слот прикольный, типа Book of Dead. Надо поймать три пирамидки и желательно вот этих дедов старых. И тогда вообще все будет клево. Так, 160 ставка, больно охрененная. По 32, 50 спинов. Помчали. Три пирамидки. Ловим. X250 и уходим. План таков. Пим. Нужно три вот эти пим-пим. Будет все проще.
Так, так, смотрим. Может, он где-то не знает, но волосы. Чё, чат вообще умер, а? Народ, вы чё там? Блин, две ставят три. Давай три. Файл. На самом деле этот слот может выпить столько ретекет, что это будет вообще как-то. Но. Блин, два ставить третий не хочу. Два ставить третий не хочу. А два это значит ничто. Только три. Не. Бегайся вот это, ты начинаешь жрать, как сволочь. Ну, у нас дальше, я его спрашивал, потому что бы он дал бонус. А он не хочет давать бонус. Давай, падла, тебе 20 минут. Какой-то бомбом в натуре. Как-то только это. Казино-то у нас. Ну капец. Ну давай, падла. Сколько было денег, когда мы сюда зашли? 9 или 8? Кто знает? Я уже забыл. А,
Пошел ты в задницу. Я бы сел дать. Давайте старый добрый реактончик сейчас дадим. Старый добрый реактонт. А вот где ей дать. Так, реактонт по 32. Реактон. Так, 32, 50 спину, 75, и пойдем. Сейчас приду, ребят. Ловите бонус, чтобы гаргантунс было, как в прошлом стриме. Опять что ли, блядь? Да что за херня-то происходит? Сражение отсутствует соединение с сервером, если игра была принимана. Блядь, что за херня? Да, получается у нас зеленый. Блядь, у нас желтый получается, да? Че, он должен перезагрузиться, получается, да? Нет. Что происходит? Так, у нас желтый взрыв практически был, получается, значит, да? Так. Добьешь? Не добьешь, спасибо. Так. Так, руки продолжают. Гнито. Давай, реактор, у тебя вся надежда. Походу нам палец. Ну, все хорошо. Так. Посерединке. Спасибо. Давай, Денис, спасибо. Спасибо вам. Спокойной ночи. Херня какая-то, блин, слоты очень долго не играются. Так, сиди. Блин, так я не люблю их минус сейчас. Пока не подводят. Только
хорошо, когда ой, когда перед этим, перед трёхглазом вылезает, если изменять на краску, то да, это вообще прям. Ну, реактус я сейчас меня очень часто выручал, вообще капец. Так, давай. Красный, красный. Давай вылезаем в бульдог. Никак тогда получается. Так. Сейчас будет все нормально. Сейчас будет все нормально. Я прям уверен. Не знаю, почему. Не совсем просто. Так, давай. Давай, одно. Так, нормально, это сюда. Так, так. Давай, билдов. И вообще будет четко. Билдов сюда. Ну, чуть-чуть же, а. Давай. Ну, билды. Так, получается, что у нас играет? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Ну давай, сыграй. Давай на зеленых. На зеленых вот этих не будет. Смотри, что вообще. Ну чего? Посередине. Так, понятно. Даже не добьем. Блять.
Ничего это. Что это такое? Ну это херня. Здесь вообще такое нет. Вообще хрень полная. Ты вообще видел? Лиц 50 вообще, это вообще полный бред. Хотя он может, не все может. Так, здесь... Лиц 50. Это вообще не о чем. Нужна хорошая нестабильность, тогда будет все, ну, более-менее понятно. И желательно посередине. Если он это сделал, значит будет хорошо. Если не сделал, то будет все хорошо. Нужна нестабильность после денег, тогда он исправит положение. А так, это все прекрасно. Как афония, помню. Ну вот сейчас можно поставить нормально, а? Пожалуйста, по-братски тебя прошу. Как ты думаешь, что сейчас делать? Можешь, прям легко. Так, ну этих уберет, сюда поставит. Так, есть. Есть, можно и поесть, но... Сделал по-братски. По-братски сделай. Люди. Так, не добей. Ну если вот сейчас взрыв нормально будет, то нормально. О, сука, блядь, видишь, что он делает? О, блядь, пидор не хочет. Нет, не пидор. Молодец! Нормально. Ну вот если вот куда-нибудь
Ну, вот сюда бы лучше поставил. Бля, конечно. Бля, ну опять херня. Давай. Блядь, ну что это за хуйня, блядь? Я вообще говно, а. Я таких яйцов вообще не видел. Какой-то, блядь, чилипус прям в натуре, а? Какой лик прям, я не знаю. Так, великолепно. Давай синий. Синий, поставь, выполняй. Я не знаю, честно, но не понимаю. Вообще, там, где он? Стрит, ах, где это? Может, два пойдем? По 18, лучше два покрутить. Врага там. Просто, ну вообще он ничего не делает. Молодец. Капец, X30. Этот Анити Гоп поставил. Вот это слот, я понимаю. По 20 вообще. А это что, по 32 дает 30-30. Жесть. Thank you.
Ни туда, ни сюда. X30 вот надо. Что ли, на актуре, блядь. Ну вот часто можно поставить, да? Не будь тут человеком. Сейчас подъебет. Точку. Хотя... Ну не подъеби, блядь. Идет, я вообще бахнул буду на этого пидораса, блядь. Сука, ебаный. Шлюха, блядь. Ебать. Как подъебает, блядь. Только реактор сможет. Давай посередине, чехол. Тормозит, и 30 дает, и все, блядь. Ё-по-ху. О, блядь, это вот куда, блядь, ставить? Блять, так подъебать, блять, жестко, блять, это вообще пиздец. Так,
Я не знаю, пацаны, смотрите, у меня это идет. У меня нервов уже не хватает. Это гандон от трех укладок. Да, да. Я так и думал. Козёл какой. Лёх, напиши, пожалуйста, сколько стрелок. Добей, блин. Ну чего, бонус будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну должен быть бонус. Че там, 3 взрыва должно быть. Тут должен быть бонус, прям 100%. Один, блин, вот этот запортачит сейчас все. Да, должен быть бонус. Нам опять сейчас тюрьму поставят. Хотя хрен знает, здесь может пойти.
тоже если будет хорошо. Если он их не берет. Хотя розовых много. Блять, это может быть пиздец. Это может быть пиздец. Ну если он вот сюда поставит. Блять, ну это вообще блядь. Я бахую на тебя, блядь. Ряд конский. Ну сделай. Блядь, не добьет. Отвечает, блядь. Ну это вообще жопа. Давай, входи. Входи тут на второй банк. Это вообще нормально. Ну? Сделай второй банк. Красиво. Я из тебя сейчас выйду, не дождешься. Красивенько. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, бобку туда бьет оранжевый. Оранжевый добьет. Ну что, сделал красиво? Давай третий бонус уж окончательно нормально, чтобы он течет. Ну давай, вот здесь можно прям красивенько можешь сделать, ну давай. Набьешь? Давай вот этих. Вот этих надо. На жопу. Вот этих надо. Ну вот сейчас не могу бомбы. Красиво. Ну что, в принципе, то... О, блин. Ну да. Да, ну... Ну чего, добьешь? 1, 2, 3, 4.
давай, добей, воображаться. Может, еще дать бонус? Тут жарим. Ну, добей, блядь. Какой ты мудрый. Да. Это означает о том, что он будет убегать. Он чекает на себе. Ровно быстро. Нужна еще одна нестабильность. Трындец, полный мандец. Ну здесь ты давай, что ты, блядь, не жуешься. Ты пробка от меня. Тут-то можно сделать, ну ты, братский. Где пошел ты все?
Так, чё бы. Потом велка, действительно. Лёх, ты один остался, да? Лёх, как ты думаешь, может в это, в эндорфину сходить? Может в ундину? М? Как думаешь? Или снять?
все, что находится где-то, кажется, треснуло. И я без остановки в банке, стоящей в духовке, в кипящей вокруг обстановке, пытаюсь кричать. Но рыбы не панки, рыбы сидят панки, запахом сканка пропитан рассвет. Но рыбы не панки, мы все в одной банке, а там, где мы могли быть, нас нет. Сквозь мутную воду мне кажется сроду, что по водопроводу можно уйти. В границах треснутой банки, где повсюду рыбьи останки, плыву я, бледнее поганки, а быть здесь я должен ли? Но рыбы не панки, рыбы сидят панки, и запахом сканка пропитан рассвет. Но рыбы не панки, мы все в одной банке, а там, где мы могли быть, нас нет. Hey, wagwan, what's up, katsa man? Nuff, girl, big up yourself. No piss, no dippers. Это burrito и каманчи, give me the rhythm. Вот они, рыбки, в емкости. В жестоком мире пищи, вот теперь плывем в хвосте. Ищем космос в зеркальной плоскости. Покорно невидимой руке в сачок мы себя даем спасти. Мы не устаем расти, у нас планы большие. Дори, прости, мы телескопики, мы видим шире. И вопреки сушеной лжи, что у рыбки души нет, мы делаем подкоп в расколотом кувшине. Мы осознали, что наш мир стеклянная коробка. Не нападаем друг на друга, дружим, жизнь не так короткая. Полутона стали чувствовать тон, как кто-то сливает нам в аквариум воду не спорно. Но рыбы не банки, рыбы сидят банки, и запахом сканка пропитан рассвет. Но рыбы не банки, мы все в одной банке, а там, где мы могли бы, нас нет. Все в дыму,
тишину. А эта ночь в Крыму мне одному ни к чему. Никуда не спешу, сижу и горькой боль глушу. Я позвоню на радио и попрошу: эй, диджей, ну поставь скрип, вот эту грустную песню, о том, что с ней мы не вместе, узнает весь мир. Эй, диджей, прошу поставь скрип, вот эту грустную песню, о том, что с ней мы не вместе, узнает весь мир. Thank you.
кажется сроду, что по водопроводу можно уйти. В границах треснутой банки, где повсюду рыбьи останки, плыву я бледнее поганки, а быть здесь я должен ли? Но рыбы не панки, рыбы сидят в банке и запахом сканка. Я взял 400 катеров, но ходить мне кто-то добавил, да. Мы все в одной банке, а там, где мы могли быть, нас нет. Эй, вагон, ласап, как сама, нафгай, бигап, юсал. No peace, no tipis. Это бурнито и камачи, give me the rhythm. В жестоком мире пищи глотит, приплывем в хвосте. Ищем космос в зеркальной плоскости. Покорно невидимой руке в сачок мы себя даем спасти. Мы не устаем расти, у нас планы большие. Доли прости, мы телескопики, мы видим шире. И вопреки сушеной лжи, что у рыбки души нет, мы делаем подкоп в расколотом кувшине. Мы осознали, что наш мир стеклянная коробка. Не нападаем друг на друга, дружим, жизнь так короткая. Полутона стали чувствовать тон, как кто-то сливает нам в аквариум воду из бонга. Но рыбы не панки, рыбы сидят в банке и запахом сканка пропитан рассвет. Но рыбы не банки, мы все в одной банке, а там, где мы могли быть, нас нет. Два на три. Я сейчас дал два бонуса в пустую. Вообще ничего. Как думаешь, у вас сейчас говорит? Thank you.
Круто, эндорфина. Идем в один. По сорок. Ничего. Да блять! Сука. Блять. Сука.
Метелки. Тыщи все слабо. Это вообще ни о чем, что это такое. Тёлки. Ну давай. Тут, пожалуйста. Thank you.
нужны телки. Блин, получилось пронять. Ну, тёл. Да на, блин. Пиздец, эндорфин вообще дает кого-нибудь пробить. Пойдем волосатого. А, волосатый, ты тут. Ловите рогатого человека, курите. Thank you.
ты их ты заебал, блядь, ты где? Тянется. Блядь, ты заебал волосатый. Чё, пойдём? Ой, знаете, куда мы пойдём? Plan Go. Пойдём в Reactown Star. Слышу, по 32-й-то.
Давай, тух, блядь, гамбер, сука. Нормально, отбивай, работай. Но нормально, еще, блин. Давай, по-братски, блин. Сука ебаная, блядь. Петух, сука, в натуре, блядь. Чмо ебаная, блядь. Сучёныш, ебаный, блядь, гандон, сука. Чмо ебаная, сука. Гандон, блядь, в натуре, сука. Я в рот твой ебал, блядь. Чмо ты, говно. Сука, блядь, ты ж бесишь, блядь. Ёбан, блядь. Тупорёв, блядь. Сука, блядь, лопнул туда. Гандон, блядь. Вместо уебок сейчас не добьется, блядь, это так убили, сука. Ну чё ты гандон, блядь? Не надо мне её, брат, не надо. Сучара ебаная, блядь. Эх, гандон, сука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
ёбаный, тупорылый. Сука, подъебщик ехал. Давай, блин, сука. Давай нестабильность, блин, мразь ебучка. Гандон, ты будешь что-нибудь давать, блин? Шлюха тупая, блин. Хуесос вонючий, блядь. Давай нестабильный, ты дух ебучий, блин. Сейчас подъебет, блядь, сучонок, блядь. Шлюха, блядь, тупорылая, блядь. Пизда, блядь, тупая. Гандон, блядь. Шлюха, блядь. Иди нахуй. Пидорас ты ебаный, блядь.